Всем здравствуйте! Этери Тутберидзе выложила в своем инстаграме, как ее ученица Камила Валиева исполняет каскад из четверного тулупа и тройного тулупа. Прекрасно исполнено. Примечательно, что выложено это было 26 апреля, как раз в день рождения Камилы, ей исполнилось 13 лет. А по правилам, если фигуристу исполняется 13 лет до 1 июля, то он теперь переходит в юниоры. Как раз теперь Щербакова, Трусова, Косторная уходят во взрослое, а Камила теперь в отсутствии их будет штурмовать все юниорские чемпионаты. Интересен факт, что как раз на Олимпиаду 22 года Камиле исполнится 15 лет до 1 июля соответственно. И она тоже перейдет во взрослые, догнав тем самым Щербакова, Трусову и Косторную. Но теперь мы увидели, что и у Камилы есть четверной прыжок, поэтому она свободно будет конкурировать с квадистками. Остается только пожелать, чтобы Камилу миновали любые травмы, да и всех фигуристов тоже. И нам предстоит увидеть удивительное состязание выдающихся фигуристок из группы Этери Тутберидзе. В удивительное время живем, друзья.